Привет, дорогая, меня зовут Даша. Я решила с тобой сегодня побеседовать о девичьем. И буду делиться своим мнением об одной маске для волос. В принципе, эта маска на YouTube очень распространена. Ну, рецепт я имею в виду. Вот я ставлю ссылку на оригинальное видео я оставляю. Но, тем не менее, повторю рецепт. Он там, кстати, варьируется. Но лично я использую. Мне понравился мед. В принципе, любого вида можно использовать. Также такие специи, которые могут, в принципе, найтись у любой хозяйки на кухне. Это гвоздика, нужна молотая, корица, красный перец и миндальное масло. Фирменное. В оригинале рецепта не сказано, сколько нужно брать меда, но у меня это 2 столовые ложки. Всех остальных специй, как и миндального масла, нужно ложить по чайной ложечке. Смешать хорошенечко всю эту смесь. Лучше на водяной бане, ну, в принципе, можно и так. Но на водяной бане легче из-за меда. Хорошенечко, чтобы никаких комочков, чтобы масса была такая однородная, жидкая более-менее, насколько мед позволит. Все это дело наносится на корни волос. Надевается сверху банная шапочка. Поверх банной шапочки полотенце, можно даже несколько. Нужно так устроить такую парилку на голове. Походить часик, можно побольше. Я и по 2 ходила, ничего страшного. И потом уже смыть с волос. Смывается, в принципе, не так уж и проблемно, как я полагала. Что я хочу сказать по поводу времени, которое можно носить маску на голове. Тут все индивидуально. У меня-то очень хорошая переносимость всего острова. Я васаби, одну из самых острых приправ в мире, могу есть просто как майонез, употреблять его. Которые очень, скажем так, чутко реагируют на такую составляющую, как перец, но у меня с этим никаких проблем не возникло. Ну, для начала попробуем на час. Там уже посмотришь по своей реакции. Так, результаты поразительные. Вообще в этом видео, в котором я сделала этот рецепт, обещали от сантиметра в неделю. И действительно, я после, ну, как бы каждой недели я мерила длину своих волос и где-то на сантиметр, на полтора действительно длина отрастала. То есть поразительно, но факт. Хочу подметить, тут все опять же индивидуально. Длина волос может вырасти как на сантиметр, так и на 2, так и на 75 миллиметров, я не знаю. Хочу напомнить, что чтобы вырасти человеческому волос, в зависимости от типа волос, типа кожи на голове, от окружающей среды, от пищи, которую мы употребляем, ну, как бы это все, конечно, варьируется, я еще раз оговорюсь. Но если округлить, то волосы отрастают на сантиметр за месяц. А здесь за неделю. То есть, да, действительно отрастает. Я делала 5 масок, соответственно, у меня они выросли на соответствующую длину. Вот таково мое мнение об этой маске. И еще что я подметила, волосы стали сиять. Вот эта вот длина, особенно вот та часть волос, которая на голове, она вот прям вот, я не знаю, отливает так, будто ее в фотошопе как-то обработали. Вот. Поэтому на качество волос тоже очень хорошо влияет. Я заметила, что я сейчас хочу отрастить свой цвет волос. С моей длиной это будет непросто. Волосы у меня длинные достаточно. Я заметила, что те волосы, которые отросли уже новые от корней, как бы у меня специально такая прическа, что незаметно, что в корне отросли. И я заметила, что
тот волос, который отрастает от корней, он по качеству лучше, глаже, он не так быстро жирнится, как вот у меня, ну, крашеная часть. И вообще по качеству то, что отрастает, оно просто Потрясающе. потрясно. На моем опыте эта маска показала себя просто отлично. Просто из 5 на 7 баллов. Поэтому я решила снять видео, поделиться впечатлением, порекомендовать ее тебе. А если ты также больна волосами, как и я, то и хочешь их отрастить в длину, то я тебе очень рекомендую попробовать. Желаю удачи с твоими экспериментами. Счастливо. С тобой была Даша.